Ну, а я сегодня вам поведаю две истории. История первая, она про молодого человека, который выходил каждое утро на балкон. Делал он это очень-очень рано. Вставал на этот балкон. Смотрел туда, где должно взойти солнце. И говорил. Что он говорил? Доброе утро, страна. Он говорил, солнце, вставай. И солнце вставало. На следующее утро он опять просыпался очень рано. Он опять выходил на балкон и говорил, солнце, вставай. Солнце вставало. Однажды его сосед вышел покурить и смотрит, как это солнце будет. Он говорит, ты совсем дурак? Оно солнце. Оно не может вставать тогда, когда хочешь ты. Он говорит, нет, если я ему не скажу вставай, оно не встанет, поймите, и вы будете жить в темноте. Слова заинтересовали перца, который ходил курить, и он на следующий день опять вышел. Смотрит, этот сумасшедший стоит на балконе. И говорит, солнце, вставай. Раз, встало. Он довольно на него встает, молодец, и пошел. Так продолжалось 2 недели, 3 недели, месяц. В конечном итоге сосед решил, что рядом с ним живет больной человек. И, естественно, позвонил в психушку. Говорит, ребята, там какой-то дурак рядом со мной живет. Он каждое утро выходит и говорит, солнце, вставай. Оно, блядь, встает. Он говорит ему спасибо и уходит. В чем проблема? Ему спрашивают. Он говорит, да так, он просто дурак. Приезжайте как-нибудь, поговорите с ним, пообсуждайте и так далее. Вот, и... Приехали врачи, смотрят, перец выходит на балкон и говорит, солнце, вставай. Раз, солнце встало, он говорит, спасибо, и ушел. Пришли к нему домой, говорят, родной, ты понимаешь, что солнце, оно встает не потому, что это ты его просишь. Оно солнце. Оно встает, потому что оно встает. И ты здесь вообще ни при чем. Ты вообще смертная хуйня. Солнце встает, потому что оно солнце. Оно светило. Есть ты, нет тебя, оно, блядь, все равно встает. Нет. Пока я не скажу, оно не встанет. Так они спорили очень долго. И в конечном итоге даже медиков данная ситуация ввела в такой транс определенный. Да, госпожа Дягилева? Да. Да. Так вот. Я понимаю медиков. Они пришли рано утром к нему. Взяли, связали ему руки, завязали ему скотчем рот, выставили на балкон и сказали, смотри, блядь! Он стоял, и солнце взошло. И на его лице появились слезы. Он стоял и плакал. А когда его развязали и сняли скотч со рта, он сказал, я знал. Я знал, что однажды научишься вставать без моих слов. Я знал, что однажды ты сделаешь это самостоятельно. Так вот, это я к тому, чего хотим мы. Каждое утро мы сюда выходим и говорим вам, солнце, вставайте. Кто-то из вас встает, кто-то не встает. Мы выходим еще раз и говорим, солнце, вставайте. И так мы делаем каждое утро. Каждое утро мы пытаемся заставить вас встать и начать светить. И знаете, когда происходит тот самый момент, когда вы однажды сможете встать без нас, когда вы однажды сможете сделать что-то серьезное в этой жизни без нас, вот это, наверное, и есть тот самый момент, когда он стоял и плакал, и говорил, я знал, что однажды вы это сможете. Очень приятно видеть, когда человек приходит сюда и ходит в каких-то сраных ботинках за 1000 рублей из кожзама, когда у него куртка 8-летней давности, блядь, какой-то сраной, да, когда он ездит на какой-то гнилой помойке 20-летней давности,
И когда через год-полтора этот человек может себе позволить хорошо одеться. Когда этот через год-полтора этот человек может себе позволить купить значительно более лучшую машину. Может себе позволить отвезти детей в хороший институт. Или, по крайней мере, продлить им обучение в институте, в котором он не мог позволить себе, когда пришел сюда. Потому что в жизни у него что-то случилось, и он упал. Вот когда это происходит, вот это та цель, которой мы пытаемся добиться. Чтобы вы сами научились вставать. Чтобы вы сами научились организовывать бизнес. Чтобы вы сами научились зарабатывать деньги. Здесь дана дорога каждому. Каждый из вас для нас есть то самое солнце. Которому мы каждый день говорим, вставай, 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 вставай. Да? Но вот что нужно вам? Вам нужно... расти, вам нужно быть успешными людьми, или вам нужно сидеть в своем говне и говорить, я не встану, потому что я в это не верю. Я не верю в то, что солнце не встанет без меня, а оно не встанет. Ваше солнце не встанет без вашего участия. Пока в этом помогаем вам мы. И вот чем быстрее каждый из вас это поймет и захочет вставать, да, тем, соответственно, быстрее вы станете не только успешными, но и людьми, я не знаю слова, да, там, что такое богатый, да, наверное, если брать богатый Березовского там или Абрамовича, то, наверное, нищие все. Ну, по крайней мере, людьми, которые могут себе позволить то, чего сегодня позволить однозначно не могут.